Привет, сегодня разыграем игрушку Die Hard Dungeon. То есть это рогалик, экшен, инди-ролевая игра ретро. Картинку вы видите сейчас на экране. Такая бродилка сверху. Ну, я бы сказал, может быть, изометрический, но это, наверное, не изометрический сверху. Пиксельный вид, действительно, она такая под старые игры сделана. Игрушка прикольная, имеет очень положительные отзывы в Стиме. Так, он 130 рублей стоимость у нее. Ну, что-то вот здесь два последних каких-то нехороших отзывов. А основные отзывы, вот видите, синий. То есть очень положительные отзывы. Любителям рогаликов, вот сравните, если вот Исаак, да, еще какие-то вот такие рогалики. То есть похожая игра. Что нужно для того, чтобы эту игрушечку выиграть? Необходимо поставить лайк под видосом. Необходимо после этого пройти по ссылке, которая будет внизу в описании, или просто, если вы уже не первый раз участвуете, зайти в нашу группу в ВК и сделать репост новости об этом розыгрыше. Когда вы сделаете репост, у вас автоматически поставится лайк. Если он вдруг не поставился, ставите его сами вручную, в ручном режиме. И, собственно, все, ждете следующего четверга, и вы эту игрушечку получаете на аккаунт Steam, при условии, что у вас аккаунт уже способен принимать подарки, и вы находитесь в зоне РУ, так сказать, бывшего Советского Союза. То есть Украина, Казахстан там и так далее и тому подобное. Все условия описания, все условия участия в розыгрыше находятся под роликом этим. Все подробности там. Итак, ставим лайки, переходим в ВК, делаем репост и ждем следующий четверг, чтобы получить эту замечательную игру Die Hard Dungeon. На этом всем спасибо, всем пока.